В Бийске завершают ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Алтайский Наукоград в этом году впервые участвовал в программе. В работе на сегодняшний день 5 участков, которые должны быть сданы до 1 октября. Этим летом дорожники выполнили большой объем работ. В план ремонтов было включено 19 участков общей протяженностью более 17 километров. Выбирали эти улицы сами горожане во время голосования прошлой осенью. Всего на реализацию нацпроекта Наукоград получил около 300 миллионов рублей. На сегодняшний день 8 из 19 участков сданы и 6 в стадии приемки.